Косточки. Косточку съела. А зачем ты у Асланчика забрала и принесла сюда? Он же тоже хочет фрукты. Он не кушает фрукты? Иди отнеси туда, вместе там кушайте. Он кушает? Притащила мне за целую тарелку. Меня кормят. Угу. Не попробовал? Он, наверное, наелся, да? Он яичко. Наелся, значит. Ну ты кушай тогда. Кушай клубнику. Клубнику кушай. Клубника очень сладкая, солнышко. Ой, маленький. Это маленькая разве? Нет, большая. Большая, конечно. Кушай сама, бабусь. Сама кушай. Маму не надо кормить. Мама поела уже клубнику. Ты тоже, ты сама кушай. Кушай, чтобы вырасти большой, сильной. Папа постой. Как папа, да. Папа постой. Папа постой, мама. А где папа? Папа постой, деньги его попросить. Надо будет деньги зарабатывать, и да? Игрушки купить. Да, чтобы игрушки купить. Деньги надо заработать и маме принести, да? Чтобы мама купила игрушки. Да, бабуська? Что-то затронуло. Давай построим. Что построим? Батутетик. Батутетик это что? Батутетик я не знаю. Черные. Черные? Да. Давай ты эту тарелку отнеси. Это тони. И мы с тобой построим. На, отнеси. Это тони. Положи пластилин сюда. Сюда положи на диван. Отнеси тарелку на стол. И будем что-нибудь строить. Иди отнеси. Только не урони, она тяжелая. Как тащила, так и уносит. Что будем с ней строить, не знаю. Они выбрали... Аслан выбрал себе красный пластилин. Нет, Аслан выбрал желтый, а она красный. В итоге они поменялись уже 25 раз, наверное. Отнесла? Нет. Не отнесла разве? Там будешь строить? Хорошо, давай там. Это другой, это не наш, а вот наш. Наш приехал. Пошли. Пошли, пошли. Всем привет, мои хорошие. Мы в садик. У нас сегодня прохладно, ночью был дождь. 17 градусов показывает. Давай, выходи. Ты подножки смотри лучше, в облаках летающие, моя дочь. Аслан мамину ручку всегда. Светятся, да. Твои любимые туфельки его светящиеся. Открыла? Давай теперь мама поможет. Давай. Только у тебя светятся. Тебе они нравятся? Мама тебе еще такие купит. Слан за хруна гоняет. А ну стой, говорит. Палочку нашел. Не надо драться палочками. Ты куда? А, за маму прячешься? Пошли.
Мама. Ну выбрось, зачем она тебе нужна? У тебя в одной руке пакет, в другой руке палочка, что ли, будет? Реально прохладно. Пошли. Это не нужна пальчик. Не нужна, конечно. Зачем она нам нужна? Да, это кто-то опять покакал. Зира, стой. Это опять собака, наверное, покакала. Пошли. А это киса. Киса покакала? Зира, стой. А это... Стой, Зира. Стой там. Идем быстрее, а то сестренка там тебя не дождется никак. Я каждое утро здесь прохожу и... А, нюхаю розочки. Молодец, когда мама говорит стой, надо стоять. Умничка мамина. Кто молодец? Зира молодец. Забрала их с сада, накормила, переодела, ждем дядю Мураду. У них столько энергии, они сейчас друг друга точно поубивают. Честно, я не знаю, чем они в детском саду занимаются. Домой приходят и начинают друг за другом гоняться. Дерутся, все отбирают друг у друга. Аслан, ты куда поедешь? На море поедешь, да? А что ты там будешь делать? Дейрашка, а ты куда поедешь? Плавать будешь? Да. Я посмотрю, как ты будешь плавать, ты трусишка маленькая. Я пойду. Ты будешь плавать? Да. Почему и солнышко и будет? Мама и мама будет плавать. Правда, мама не умеет, но научится ради вас. Зайрашка, а ты умеешь плавать? Карманы набила машинками. Ты что, их с собой берешь? Зачем они тебе? М? Ты что, мальчик, что ли, с машинками ходить? А? Сколько у тебя машинок? Покажи. Один. Да, один. Я вижу, штуки три там как минимум. У нас, кстати, резко похолодало. У меня всегда здесь что-то лежит. Из детской одежды. Резко похолодало. Ветер и дождь был. Сейчас холодный ветер, поэтому мы потеплее оделись. Чешме будет еще прохладнее. Как только мы собрались туда, так сразу вот погодка нас подвела. Но я взяла с собой теплую одежду тоже. Вот так. Вот, надеюсь, хватит нам теплой одежды, которую я с собой взяла. Не хочется. У меня один целый полный чемодан, еще огромные пакеты. Чемодан мы сейчас заберем с собой, а пакеты вечером папа привезет. Муж уже выехал с Миляса. Он пока до сюда доедет, пока то, пока все. Он не успеет нас отвезти. Он попадет на комендантский час. Лучше пусть он попадает на комендантский час один, чем мы всей семьей попадем. У нас после 9 как раз он начинается комендантский час. Принесите. Сейчас принесет дядя маленький телевизор. Посмотрим, насколько он маленький. Совсем маленький или не очень маленький? Маленький. Ты хочешь совсем вот такой маленький, что ли? Да. Игрушечный? Да. Ну, игрушечный телевизор кто будет смотреть? Никто смотреть же не будет. Он же не будет ничего показывать. Дерашка, а у тебя что это за игрушка такая? Я сама не знаю, что это. Что это у тебя? Это чай. От маминого порошка это. Назад. Высота. Дерашка, ты кто? Петя. А Аслан кто? Я. Дядя сейчас придет. А Аслан кто? Красивая. Аслан красивая. А мама? Мама красивая. И мама красивая. А папа? Папа красивая. И папа красивая. А ты? Я красивая. Самая красивая девочка кто? Пасаёка.
красивая я. Самая красивая, вот она. А самый красивый мальчик кто? Мотин. Вот он. Вот он, вот он. Мотин, вот он, вот он, да, синок. А мама красивая? Я красивая. Ой. Красивая мама. А мама красивая? Да. А что у мамы красивое? Сейчас. Волосы красивые? Да, волосы красивые. Еще что красивое? Ободок красивый. Ободок красивый. А еще что красивое у мамы? Аслан. Аслан пошел вперед, сел, оставь. Он там дядя Мурада лазит. Нету бабал здесь машины, не переживай. Всем привет, мои хорошие. Мы в Чишме, вчера ночью приехали, вчера к вечеру точнее. Ночь прошла хорошо, в принципе, дети спали хорошо. Вот. Правда, холодно здесь, потому что погода... Вот, море, да, море там. Погода последние 2-3 дня прохладная. А Аслан с папой уже пошел к морю. Я вот за Ирашкой топаю. Тишина, вообще народу практически нет, потому что еще рано, в принципе, для сезона. Ой, я иду и мерзну. У меня, посмотрите, мурашки. Я пойду. Многих цветов, которые были в прошлом году высажены, вообще нет. Не знаю, куда они делись. Ладно. Сейчас поснимаю вам что-нибудь, если получится. Тишина. Вот если бы еще было бы тепло. Большой не бросай, солнышко. Камень больше, чем ты сам. Ты что сделал? Маму бросил. У мамы единственные штаны, которые с собой привезла. Одевай свою тапочку. Далеко бросаешь, да? Да. Бросай давай, далеко. Куда это, оно чуть переносится. Это можно. Это можно, да. Нет, а там кем деньги салжем, хади. Осторожно, на папу не бросайся, Аслан. Я не бросаю. Он же то на маму ты бросил. Папе. Здесь целый папе. Насекомый, животный мир целый для детей. И пчелки, и кузнечики, и бабочки, и жучки. Что только не увидели. Кузнечик понравился тебе, Аслан? Да. Да, прыгал, да? Как прыгал кузнечик? Зейра, кузнечик как прыгает? Вот так прыгает. Да вот так прыгает. Вот так прыгает кузнечик. И пчелки на цветочках пыльцу собирают и мед потом делают. Пыльцу или что там они собирают, я уже не помню. Пойдем, здесь много пчелок, она может укусить, если ей мешать. Идем, не будем мешать, чтобы они нас не покусали. Пойдем. Пошли. Одел очки? Одел. Бабочка, белая бабочка. Вот она. Бабочка. Вот она, бабочка. Улетела. Ой. Пустые дачи пока.
Не, хотя они не все пустые, где-то кто-то уже есть, потому что, видите, машины же не просто так стоят. Кстати, сегодня суббота, суббота-воскресенье у нас как бы запрет на выход вообще, по идее. Камешки мы еще пойдем побросаем, солнышко. Носочки, носочки поменяем? Носочки же намочил ты. Я не мочил. Как не мочил? Намочи. Ну хорошо, ты иди тогда на море, а мы пойдем за Ирашки носочки поменяем. Хорошо? Я же знаю. Вон папа за Ирашкой пошел носочки менять. Идем ты тоже, солнышко. Пойдем, бабусь. Камешки тоже потом побросаем. Пошли. Все как всегда работают, а Фатима отдыхает. Ну, бездельничает, точнее. Бенде он учек мя гельдем. Мои, говорит, помогают. Алыштыр он нарыл, алыштыр. Все работают, все пределы. Зейра, куда выбрасываешь мусор? Вон куда тукан бросает, туда ты тоже бросай. Ты помогаешь, да? Аслан не еще пью? Тоз долу. Это ты так помогаешь, да? Зейрашка, Аслан, смотри, надо вот это взять и вот сюда выбросить. Сюда вот куда тукан бросает, смотри. Вы тоже туда бросаете. Бросай ты тоже туда. Вот так, молодец. Вот так, какая помощница. А, şimdi kavga çıkar. Теперь ты. Вот так. Молодец. Оп. Молодцы. Молодцы помощники. Все, устал? Аслан, устал? Да. Аслан yorulmuş. Погода, конечно, звездец просто. Холодно. Вот эти два дня, которые мы здесь будем, холодно прям. Близко к воде не подходите. Слышите, да, какой ветер? Ураган! А зачем песок бросаете? Камешков не хватает? Ручки испачкали свои. Ага. Испачкали. Не получилось догнать, да? Осторожно.
кстати, про мой поход на маникюр. Вот, пожалуйста. Заусенцы все повылезали. Ой. Я же не просто так говорю, что найти мастера нормального. Это просто не, практически из отдела фантастики. Солнышко, пойдем, Зеирашка уже побежала. Вон бабуля тоже идет откуда-то. Где была бабуля, интересно? Папа. Папа понес домой доску. Тукандип. Братчик. Братчик. Тима меня. Дядя Мурат приготовился. Это сидит, кричит. Кушать дайте, кушать дайте. Голодная, говорит, я кушать дайте. Аслан днем поел, а она не поела. Вот сидит, ест. Аслан? Вкусно, солнышко? Куши, баба, куши мое солнышко. Давай я тебе помогу, баба. Вот так. Зеирашка, давай кушай. Да, твоя любовь в тукан разговаривает, да? Это ее любовь, вот она. Кушаешь? Зейра? Это она на тукана смотрит. Ама бу тукан на гостя. Это она за ним следит. Варя, çok fena. Büyümüşse küçülmüş bu ya. Это она за туканом следит. Abici, gel de. Tukan куда пошел? Gitme tukan de. Gitme. Gitme tukan de. Hayır, kafamı yapar. Git tukan. Gitme. Yer bu küçük ağzın senin. Aa, beni hiç açık dinleme ellerime. Ne oldu, doydun mu? Zehra. Anne. Tukan gitme. Gitme söyle. Tukan de. Куда пошел Тукан? Машину. К машину пошел, да? Да, бабусь. Болтушка моя. Aşkım, rüzgara aldanmayın. Üşümezler. Hava güzel. Sadece rüzgar var. Она уже не горячая, солнышко. Уже не горячая, можешь кушать. Не горячая, солнышко. Зейра, вкусно? Главный по мангалу у нас Мурат. Зехрашка, солнышко не трогай, потому что может быть горячий, и нельзя трогать. И, может быть, не трогай. Ручки свои обожжешь. Самый первый у нас едят дети. А здесь эта печка называется соба. Сейчас мы ее будем зажигать, потому что на улице сидеть реально, ну, как бы холодно. Ну, чтобы потеплее было. Аз бы шей газ ел. Тукан, отурун софрея, улым, ади. Так и живем. Тукан, соудум, елмес бур. Ес, мать, лет. Ади, е. Зеирашка, папа что делает? Аз макин битир, ади. Огонь делает, да? Ты не боишься огня? Аз макин битир, бакин, ади. Я тоже боюсь, и бывает. Ага,
Да, куда твой тукан опять пошел? В этом году у нас травы нет, потому что не приезжали, не ухаживали заранее. Ну, через месяцок-другой, надеюсь, вырастет. У нас салатик и мясо. Бедный и несчастный. Больше ничего. Там катается. Кто это катается? Все катаются. Папе кушать не дают. Папа на диете. Увидим, да? Да, 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 да.